Идем закрывать сезон зимней рыбалки. 17 апреля, Белоярка, Насосная. Идем к домику лесника. Погода сегодня ну просто шикарная. Жара, класс, солнышко припекает. Но при этом лед еще хороший. Даже снег еще на льду лежит. Так что успевайте закрывать сезон зимней рыбалки и готовиться к летней. Погода огонь. Что, где начнем-то, Серега? В общем, идем в Марину заводь. Вот. Чуть-чуть левее он тех шмоток. В прошлый раз на кило 900 я его поймал не в самой заводежке, а ближе к руслу. Да там и встанем? Да, там потыкаемся, полазим, посмотрим. Ну что, проктолог, покажи нам, где рыба. Нет рыбы. Как в унитазе. Что, ты нашел наконец рыбу? Еще не факт. Ну что-то есть, да? Что-то вроде сначала показало. Ну, все ясно, пошли дальше. Чем хороша рыбалка весной поздней, можно вообще с собой ледобур не брать. Все лунки уже готовые, просверленные ранее, закормленные. Красота. Проктолог говорит, в нескольких лунках есть рыба. Поэтому сейчас с них начнем. Проверять уже боем. Ну что, приступим непосредственно к ловле. Бегаем пока по лункам, ищем рыбу, пока тишина. Там, где эхолот показывал рыбу, лунки себя не оправдали. Серега, он тоже ходит грустный. Серега, что мы тут делаем? На насосной. Насосной себя оправдывает. Ты увидел, нет, поклевки-то? Ну, одному вот на одной лунке то ли по губам дал, то ли там за ветку за какую-то зацепился. В общем, когда поднимал, было какое-то сопротивление. Ну, соответственно, вытащил пустой, да? Ну да. Чё здесь? Чё эхолот кажет? Рыба поднимается за мормышкой, но что-то не берет. Сейчас не поднялась. Ну и что, какие будут практические советы в этот раз? Как нам выходить из этой ситуации? Искать, искать, только искать. Бегать по лункам, благо их сверлить не надо. Поэтому будем искать, ходить по лункам. Искать свою часть рыбацкую. Что, примерно через час поисков появились первые результаты. Серега нашел рыбу. Вон он там идет, место. Поэтому перемещаемся туда и будем ловить.
Ну, не знаю, какие там Серега поклевки видел. У меня что-то тишина. Было солнышко, когда мы пришли, а сейчас тучи набежали. Это хорошо, что погода изменилась. Хоть будет чем объяснить, если мы все-таки так ничего и не поймаем. Рыбу мы, в общем, нашли. Она есть. Стоит в лунках, видно ее выхолот. И даже есть там небольшие, типа, тычки какие-то прослеживаются. Но, блин, как ее заставить клевать, вообще непонятно. Поэтому это было трудное решение. Но я решил пойти все-таки на крайние меры. Серега, где там у тебя малинка? Отсыпь чуток. Буду рыбачить с насадкой. Вера в безнасадку сегодня закончилась. Будем подсаживать мясо. Жирненькую малинку. Я думаю, перед этим уже никто не устоит. Ну, что даже с малинкой не соблазняется рыба. Пойдем искать дальше. Может быть, в какой-нибудь другой лунке. Она более сговорчивая. Попробуем здесь. Вот, и Серега обрыбился наконец-то. Трофейный окунь, трофейный. Да, здоровяк, здоровяк. Карпач. Есть. Рыбалку можно считать завершенной. И вот он весь наш улов на сегодняшний день. Да, трофейный чебак. Ну, кстати, он неплохой, вообще-то говоря. Вообще отличный чебак. Но он всего лишь один. Ладно, отпустим его. Оп! Нет, нет, не сюда. О, смотри, смотри, сам уходит, сам уходит. Да, промахнулся немножко. Вон лунка. Ладно, видимо, не догадается. Вот и закрыли сезон